Всем привет! Давайте начинать понемногу. Сегодня у нас тема а, линейных классификаторов. То есть мы продолжаем углубляться в эту тему. Сегодня будут чуть-чуть продвинуть те методы, которыми мы будем делать классификацию. Это будет логистическая регрессия и метод суппорт а, support vector machines. Метод опорных векторов. Называется страшно, на самом деле, Достаточно понятная тема. Сегодня посмотрим. Итак. Рассмотрим логистическую регрессию. На самом деле, методами логистической регрессии много-много задач классификации решаются в основном, потому что метод достаточно репретируем, как и все наши линейные модели. И при этом его легко считать за счет того, за счет математики, так скажем, за счет того, что там легко брать производную от сигмоида. Посмотрим на SVM-метод, support vector machines. Разберем задачу айрисов, ирисов. Тоже классическая, это классический датасет с цветами, с предсказанием типа цветка. К такой классификации. Сравним логистическую регрессию SVM. Посмотрим, дальше углубимся в метрики классификации, в рок-кривые. Вот. Есть некоторое наитие, что рок-кривую, а крок нужно будет уметь читать руками, возможно, для контрольной. Я тут не супер знаю, но очень часто это просят. Так что нужно будет в этом разобраться. Хорошо, давайте начинать. Логистическая регрессия. Что это такое? Давайте немного вернемся на прошлый семинар. На прошлом, на прошлом семинаре мы с вами смотрели методы бинарной классификации с помощью линейной регрессии. Что там подразумевалось? Мы делали скалярное перемножение наших вещей на, на вектор весов и смотрели на знак. Знак положительный, отрицательный. Иногда что еще тут можно сделать? Можно взять некоторый порог, по которому будем отсекать некоторые предсказания, которые даже положительные. То есть, например, мы получили число 0,5, и мы считаем, что это все-таки класс отрицательный. Мы его округляем как бы вниз, а не вверх, не вверх, не в единичку. И мы считали с вами метрику, ну, можно посчитать либо accuracy, либо наоборот долю ошибок, ну, то есть обратную метрику 1 минус accuracy. И также мы с вами видели, что можно ее как бы аппроксимировать. Аппроксимировать — это имеется в виду, что как бы приблизить. Почему нам это нужно было сделать? Потому что на самом деле вот эта метрика не имеет производную. Что это для нас значит? Нам нужно уметь брать производную для того, чтобы оптимальнее минимизировать эту функцию. Да, минимизировать — это доля ошибок. А почему так? Ну, есть математика, у нас есть, получается, график вот этой функции какой-то, да. И нам нужно найти на нем оптимальную точку, минимальную. Чтобы ее найти, можно взять производную, приравнять ее там к нулю. Ну и таким образом найти оптимальное значение весов. У, у такой функции потерь, когда мы считаем долю ошибок, этой производной нет. Тут у нас есть картиночка даже про это. То есть, как это выглядит? Это, это как раз этот вот график синенький. То есть, видно, да? Тут у нас, по сути, такая просто ступенька получается. В зависимости от порога. Порог мы выбрали, тут ноль. И ну, в каждой точке производная равна какой-то константе. То есть, это нам не подходит, не до конца подходит. Поэтому мы с вами посмотрели, что можно на самом деле проксимировать, то есть подобрать какую-то функцию, ну тут на ну, логистик лосс нарисовано, которая будет похожа, которая будет придавливать как бы сверху а, наши значения, вот это вот метрики, наши функции потери, а, доли ошибок. И мы с вами видели, что есть различные функции, которые проксимируют. И как раз-таки в чем особенность э, логистической регрессии? Мы используем логистический лосс, то есть определенную функцию. Это единственное тут отличие. То есть что мы будем сейчас смотреть? Будем смотреть на линейную регрессию. И единственное, что будет отличаться, мы будем аппроксимировать э, функцию функционала ошибки именно по определенной функции логистической. Давайте посмотрим, как это выглядит. Что у нас тут есть? Вот таким образом выглядит логистическая функция потерь. Это просто формула. Ее нужно знать, как она выглядит, что у нас тут происходит. Мы берем логарифм от единички плюс э, экспонента в степени э, настоящее значение таргета, то есть непредсказанное настоящее, умноженное на предсказанное. Как это можно интерпретировать? Вот у нас есть зачем вообще проявляем единичку? Для того, чтобы у нас не было нулевых значений. То есть все мы знаем, что график экспоненты — это вот что-то вот такое. Да? Вот тут как-то как-то вот так. Вот здесь нолик, вот здесь единичка. Это один. А, вот. И. Да, и тут минус 1. То есть зачем прибавляем 1? Чтобы логарифм не получился равен нулю или отрицательным. То есть таким образом мы как бы сдвигаем нашу функцию от экспонента вправо на единичку. То есть мы знаем, что в логарифм нельзя обдавать значения 0 и меньше. Логарифм там не определен. То есть это просто такая единичка для, не знаю, для, для математики, для того, чтобы это работало. Вот. Ну, тут я не знаю, что даже сильно углубиться. Поставьте плюсики, если понятно, почему мы смотрим на логистическую регрессию, почему это лучше, например, чем просто линейная классификация с обычным функционалом ошибки. Понятно. Спасибо, Альбина. А, ладно. Картинку посмотрели. А далее мы можем также считать все наши метрики. Ну, вот как мы делали на прошлом семинаре. Мы выбирали какой-то порог, и для этого порога мы считали, например, precision, recall, ну, то есть точность, полноту. А можно сделать, так скажем, мягкую классификацию. То есть, на самом деле, предсказывать какую-то вероятность ну, то есть число от нуля до единицы. И таким образом, потом мы сможем, как бы не опираясь на порог, оценить, насколько мы хорошо построили модель. Порог можно подобрать попозже. После того, как мы уже посмотрим, например, на график рока и там сможем подобрать уже, точнее, просто на график рок. Там уже мы сможем подобрать оптимальный порог, в зависимости от того, какие мы хотим какой баланс между Precision Recall мы хотим. Вот. То есть, что-то имеется в виду. Мы хотим сделать мягкую классификацию. Что для этого нам надо? Для этого нам нужно какой-то такой классификатор, который возвращает нам значение в промежутке от нуля до единицы. То есть, что-то имеется в виду. Например, на прошлом семинаре мы смотрели, мы считали значение регрессии, а потом выбирали порог. Да? И значения регрессии у нас на самом деле не были ограничены никаким интервалом. То есть у нас она была полностью линейная, у нас функционал ошибки был самым обычным. Я не помню точно какой, но в общем он был суперлинейным. И значение, например, функции, которые мы предсказывали регрессии. Они там лежали, например, от минус 10 до плюс 10 то есть нам это не совсем подходит. Здесь предлагается использовать э, сигмоиду для того, чтобы наши значения классификации именно регрессии, лежали в промежутке от 0 до 1. Что это нам будет э, означать? Если число, которое будет предсказано ближе к нолику, то с большой вероятностью это класс там, первый. Если все-таки ближе к единичке, это класс второй. И там на этом промежутке, на этом отрезке мы сможем подбирать какой-то порог. Таким свойством того, что мы делаем предсказания в этом промежутке, нам отвечает функция сигмоида. Она выглядит таким образом. Почему сигма это хорошо? Потому что от нее очень просто взять производную. То есть, смотрите, вот у нас есть такая функция, да? Мы ее дифференцируем по x и получаем следующее. То есть, какое нужно, нужно делать действие? Нужно просто по сути, сигмоид возвести в квадрат. То есть единственное то действие, какое есть это сигмоида как бы на единичку, минус сигмоида в квадрате. Это легко вычисляется. Вот. Тут написано к математике, если хотите углубиться, пожалуйста, вот, можете проголосовать, я могу на этом остановиться. Поставьте плюсик, если хотите, минусик, если не хотите. В принципе, понятно. Ну, в плане мы можем прочитать и разобраться. Сейчас можем не уделять время угу спасибо а, ладно и тут соответственно выводится функция потерь именно логистическая log так называемый что у нас тут есть а мы тут всегда считаем значение вот этой функции сигма от нашего предсказания соответственно как это будет выглядеть мы будем просто вот давайте что мы будем делать? Мы в минус x будем подставлять наш предсказанный y. То есть y пред. И считать какое-то значение. То есть что у нас будет символизировать это значение сигма от y пред. Это будет означать так скажем, вероятность, склонность Почему есть какое-то такое слово. А склонность того, что мы правильно сделали предсказание. Уверенность, так скажем. И далее, чтобы развернуть эту, эту функцию, эту сигму, в какое-то более интерпретируемое число, нужно взять логарифм. Логарифм — это, скажем, обратное преобразование возведение ну, экс экспонента возведение экс экспонента в какой-то степень. То есть тут на самом деле натуральные логарифмы. Логарифмы с э, основанием x. Тут ln должно быть. А, вот. Итак, у нас тут есть две части. Мы видим, что мы посчитали, мы посчитали значение сигма от нашего предсказанного y. Вот два раза. И далее, что нам нужно? Нам нужно каким-то образом взвесить эти значения. То есть здесь мы учитываем только, если у нас значения э, нашего класса отрицательные в правой части, в левой части только, если они положительные. То есть что происходит таким образом? Если наше число, наш класс положительный, э, мы считаем значение сигмы только вот с левой части. Это нужно для того, чтобы как бы два раза ничего не учитывать, и чтобы мы могли штрафовать наш классификатор только за, например, что у нас тут? За отрицательные значения, допустим. То есть нам важнее предсказать именно положительные здесь. Почему так? потому что здесь есть а, один минус. То есть, смотрите, что тут имеется в виду. Вот назначение σ – это какое-то число от нуля до единички. А, да. И, соответственно, вот это вот число вот отсюда, оно может наступать в этот интервал. Верно? Далее логарифм от чего-то рав... в промежутке от 0 до 1 тоже будет каким-то маленьким числом. Оно будет отрицательным при этом. И, соответственно, с помощью вот этого 1 минус мы как бы инвертируем эту логику. То есть, допустим,. Если у нас ну, значение сигма было равно какому-то такому числу, ну, что-то меньше 0,5, то здесь у нас будет логарифм от 0,6. Логарифм от 0,6. Так, логарифм, по-моему, вот такая функция. Это что-то тут. При этом, что будет у нас в левой части? Логарифм от 0,4. Это будет какое-то тут число. 0,4, 0,6. И, соответственно, чему это равнозначно? Тому, что... Если в кейсе 0,6, когда у нас на самом деле значение должно быть ближе к единичке, а значение получается отрицательное, мы штрафуем наш классификатор. Если значение, наоборот, ближе к нолику, то есть 0,4, оно должно быть отрицательным, а оно положительное, как мы тут видим. Мы, опять же, сильнее штрафуем наш классификатор. То есть тут вот ну, такая как бы прекрасная логика получается. Вот. Поставьте какую-нибудь реакцию, понятно или нет. Да, понятно. Спасибо. Угу. Mm -hmm. И давайте краткое summary. Логическая регрессия. Мы предсказываем всего лишь два вида классов, то есть у нас бинарная, на самом деле, классификация. Ладно, регрессия. По умолчанию мы предсказываем какую-то вероятность попадания в класс положительный или отрицательный. И эта вероятность, соответственно, ну, лежит от нуля до единицы что примерно равноценная вероятность от 0 до 100%. Как это достигается? Тем, что мы используем функцию сигма, значения которой как раз лежат в этом промежутке от 0 до единицы. А если мы хотим установить какой-то порог, ну, соответственно, уже найти вот этого значения от 0 до единички, по которому, мы будем, по, по которому а, наше предсказание будет попадать в положительный отрицательный класс, мы выбираем порог. Вот, примерно так выглядит кусочно заданная эта функция. Хотя тут скорее это, наверное, просто, просто система. То есть мы либо попадем в верхнюю часть, либо в нижнюю. Теперь я не уверена, что у вас это было на лекциях. Вот, поэтому давайте попробую тоже подробно остановиться на этом. Плюс тема важная. Что такое метод опорных факторов? На самом деле это примерно то же самое. То, то есть у нас тут есть тоже какой-то некий порог. У нас тут есть также разделяющая гиперплоскость. В нашем случае это прямая линия. И наш классификатор более уверен в своем предсказании, если у нас дальше значение от вот этой разделяющей гиперплоскости. Теперь, а в чем же отличие? В прошлом методе машинного обучения мы считали функционал ошибки таким образом, что мы, например, смотрели на том, а сколько верных предсказаний у нас сделано, сколько ошибочно. Далее мы как-то просто аппроксимировали, но это чисто для математики. Но основной подход был, был такой, что мы минимизировали долю ошибок. Здесь мы не фокусируемся на ошибках, мы фокусируемся на том, чтобы наш классификатор был как можно более уверен в своих предсказаниях. Что это значит? Что значит более уверен? Есть такое утверждение, которое мы тоже с вами на прошлом сценарии уже рассматривали. Вот у нас есть наша разделяющая линия. Чем дальше у нас наблюдение от этой линии, тем более уверен классификатор. Верно? Теперь мы переходим плавно к пониманию, что такое суппорт-вектор, э, поддерживающий вектор, не знаю, как это перевести. Вся идея строится на чем? У нас есть некоторые перпендикуляры, вот к то разделяющей прямой, ну или гиперплоскость, если у нас больше размерность. Мы считаем. То есть, что мы хотим сделать? А, мы хотим сделать такие вот эти расстояния, чтобы для каждого класса они были максимальными. То есть что-то имеется в виду. Мы хотим максимизировать отступ. А, что тут подразумевается под отступом? Как его понять? Что, что это вообще значит? Вот у нас тут есть. Тоже на примере. А отступ это маржин, то есть буковка M. Мы с вами тоже смотрели, как это выглядит. Давайте запишу. Что мы тут хотим сделать? Мы хотим сделать этот отступ максимальным. Как это можно обеспечить? Нам нужно подобрать так вот эту прямую гиперплоскость, чтобы как раз-таки вот этот маржин был максимальным. Как это можно писать математически? У нас есть ну, вот эта вот прямая, которая каким-то образом задана. Нам нужно для нее найти веса. То есть у нас известно наше значение фичей x1, x2. Нам нужно найти только веса и байс смещение. Ну, мы обычно пускаем это, говорим, что у нас есть вес с индексом 0. То есть что нам нужно тут сделать? Соответственно, смотрите. Для Во-первых, во нам нужно посчитать это расстояние. Оно записывается следующей формулой. Расстояние это мы берем каждый, каждую точечку из класса и считаем для нее значение ну, скалярное произведение. То, что мы делали с вами и раньше, то есть мы брали значение каждой вот этой точечки и умножали на значение веса. Далее мы смотрели на знак, но здесь мы на знак смотреть не будем. Здесь мы будем чуть-чуть другое делать. В этом отличие. Мы находим здесь точку, которая расположена ближе всего вот к этой разделяющей плоскости. На первой итерации, например, с двух сторон. И мы хотим сделать так, чтобы расстояние Давайте другим цветом выделим, Чтобы вот это расстояние стало максимальным. Ну и вот эту, соответственно. Ладно, тут в этом примере тоже не очень получилось. Тут, получается, у нас есть две точки двух разных классов, которые ближе всего к этой прямой. Не очень удачно, но... Ладно, тут должна быть одна точечка. В общем, какая тут идея? Мы не смотрим, как на самом деле у нас классифицируются, с какой долей ошибок наши классы с разделяющей поверхностью. Мы именно пытаемся а, сделать такую плоскость, которая максимально будет удалена для каждого класса. То есть и, и здесь, и от синего, и от зеленого. И таким образом находим оптимальное пространство. Теперь есть нюансы. Вот здесь у нас линия прямая. Что это значит? давайте в терминах обучения. У нас есть ядро функции, kernel. Что это означает? Ядро функции. Ядро ну, support машин с нашего метода. Это то, каким образом у нас задана функция. Функция вот веса умножить на фичи ну и так далее. Здесь у нас линейная. Почему так? Ну, мы здесь делаем просто колярное перемножение, весов на вектора и считаем какое-то значение. Что может еще быть? Эта функция может быть задана нелинейно, например. То есть, смотрите, нам здесь повезло, потому что у нас на самом деле функция может быть разделена именно линейно. То есть, что мы тут видим? У нас два класса явно могут быть распределены слева и справа от, от прямой. Сегодня у нас будет пример, когда такого ну, быть не может. Давайте посмотрим на примеры. Тоже, когда такого быть не может. Вот смотрите, у нас есть пример, когда у нас есть два класса. Нолики, единички. И смотрите, мы попробуем тут нарисовать какую-то прямую, и она, наверное, пройдет вот так. Ну, я так предполагаю. Что то можно заметить? У нас явно здесь есть какой-то один выброс, который попадает в класс 1, в желтый, но это не совсем корректно. То есть, на самом деле, что можно было сделать? Можно было выбрать немножечко другой метод ну, другое ядро и, например, поделить классы вот, вот такой разделяющей поверхностью. То есть видно, да? Зеленая это линейная ну, прям линия, а синяя это, ну, например, полиномиальное какой-нибудь. То есть что я имею в виду полиномиальное? Когда у нас, например, фича возводится в квадрат, в третью степень и так далее. То есть заметна, да, разница? Давайте теперь еще, например, посмотрим. Вот тут как раз рассматривается это, нарисовали какую-то линию, когда у нас кернел линейный. Теперь пример, когда у нас кернул ядро, то есть Uh, полиномиальная, то есть в какой-то степени. Тут есть, вот я открыла документацию Scikit-Learn, тут есть прям функция, как это считается, как это выглядит для двумерного пространства. Вот, то есть мы тут видим, да, что в этом случае у нас просто x1 умножается на x2. Транспонирование здесь нужно только для того, чтобы у нас размеры не сошлись. То есть мы видим здесь, да, что мы просто перемножаем признаки. Здесь мы уже возводим их квадра... в какую-то степень, да. Это может быть квадрат, третья степень и так далее. И тут вот как раз нарисовано, да, разные примеры. При разном дегре, при разной степени, как бы эта линия пошла. Вот видно, да, тут получилась как раз такая линия, как я вначале рисовала синяя. Также есть RBF, Radial Basis Function, то есть что это значит Radial Basis, ну что мы какие-то такие окружности рисуем, да, пытаемся более округло сегментировать наши точки, наши классы. На самом деле очень часто используется RBF, потому что он очень хорошо разделяет, очень, находит, очень хорошо находит нелинейности, но... То есть тут видно, да, как раз это вот кластеризация произошла. То есть мы заранее не задавали, например, классы. Ладно, в этом кейсе мы знаем классы. Но у нас тут нашлись такие центры этих сегментов. Видим, да, три центра появилось. Но тут как раз на этой картинке видно, почему RBF не всегда подходит. Или, например, почему иногда его нужно регулировать хорошо. Что мы здесь видим? У нас есть два класса, но при этом есть три центра кластеров. Мы видим, что для вот этих вот двух групп у нас нарисовались как бы разные области. Как это можно интерпретировать? Это можно интерпретировать так, что у нас переобучилась модель вот с этим кернелом какой тут может быть выход, либо добавить регуляризацию какую-нибудь построже, либо попробовать не РБФ именно для вот этой задачи. Может быть, здесь РБФ не идеально подходит. То есть именно с таким методом, с Retail Basis, нужно посмотреть на... Нужно следить за переобучением. И сигмоидная функция тут немножко потяжелее. Вот, то есть тут что у нас по сути? Это какой-то полином с d равным 1. d равно 1. И мы берем тангенс... Короче, не обычный тангенс, а какой-то... Короче, не помню, как называется. Но ну, вы поняли. H. Что мы тут видим? Разделяющая поверхность получилась не очень хорошей, кажется, для вот именно вот этой задачи, именно для этой выборки. Получается, не нужно использовать седьмой на керну. Что тут можно сказать еще? Нужно аккуратно посмотреть, какие у вас данные. То есть, какие у вас сэмплы... Давайте еще на нашу задачу вернемся. То есть тут видно, да, визуально уже на скадр плоти, что у нас разделяющая поверхность может быть линейной. Вот в этом кейсе линейно мы хорошо, зависимость не предскажем. Тут ну, нелинейность, и SVM позволяет нам очень легко это добавить. Вот как-то так. Теперь, тут есть много математики, какая на самом деле у нас функция будет, которую мы максимизируем, минимизируем. То есть вот тут написана общая идея, что мы считаем расстояние, и мы хотим его максимизировать. Теперь давайте немного преобразуем эту функцию. Что это значит? Вот это вот значение снизу, вот так значение снизу это на самом деле просто э, то какого размера у нас наш вектор весов то есть двойные кавычки это размер вектора То есть это какой-то скаляр это какое-то число константа то есть и на самом деле это этой константы вообще не зависит то как мы максимизируем минимизируем нашу функцию то есть на самом деле весаты могут быть любыми Потому ну, что ну, это просто размер. Соответственно, мы их отсюда убираем. И при этом мы можем также что сделать? Мы можем как-то отмасштабировать а, наш скаляр здесь. Таким образом, что в результате у нас получится, ну, там, например, единичка. То есть, почему мы можем это сделать? Потому что от того, что мы умножаем, делим на, на какую-то константу, у нас не меняется на самом деле поведение нашей функции. То, где у нее находится минимум. Это значит, мы можем сделать подобные действия. Далее. Исходя из всего вот этого, из того, что у нас на самом деле минимальная, минимальный размер этого произведения от точки на веса равен единичке, мы можем эту единичку убрать в нашем, в нашем расчете э, расстояния тогда вся задача сходится к тому что расстояние равны 1 делить на размер вот этого вектора изначальному и, и от его размера тогда что мы хотим сделать чтобы смотрите расстояние мы максимизируем до да? Теперь, чтобы аккуратно это все посчитать удобнее, чтобы тут это было не в знаменателе, мы переносим размер этого вектора весов в числитель. И, соответственно, если до этого мы максимизировали это расстояние, то есть наша цель была сделать размер вектора весов как можно меньше, теперь, когда это в числителе мы минимизируем на самом деле эти, эти размеры. При этом, что нам важно? Нам важно оставить ограничение на то, что на самом деле мы делаем корректные предсказания. То есть чему это равнозначно, вот эта запись? Потому что у нас есть какая-то точка, мы на ней делаем предсказания, и оно, например, положительное, то есть плюс один. А Y, который мы настоящий предсказанный минус один, например, тогда вот это вот умножение, вот это произведение, оно дает отрицательный результат. Мы такого не хотим, это некорректное поведение, у нас, получается, классы различаются. Нам нужно, чтобы они были одного знака. То есть и тут положительное, и тут положительное. Это можно обеспечить таким вот неравенством. Либо и тут отрицательное, и предсказанное, и настоящий игрок тоже отрицательный. Тогда у нас все вот это произведение будет, будет положительным. А, такое ограничение выдержать очень сложно. Ну, то есть, чему это равноценно? Тому что наш классификатор не может делать ни одной ошибки. Вот прям совсем. Ну, это заметно, да, здесь, что мы очень строго относ... относимся к ошибкам. Чтобы сделать это чуть-чуть помягче, ну, то есть, чтобы мы могли все-таки ошибаться. Это нормально. Классификатор может переобучиться, если мы ему не даем ошибаться. Мы можем ввести какой-то какой, доп... какой дополнительный параметр, ну так скажем, мера, на котором можем сделать ошибку. Давайте тут вот на картинке хорошо это заметно. Вот смотрите, у нас тут есть какой-то а, линия, да, прерывистая, скажем, отступ. мы видим, что тут есть некоторые числа, которые попадают внутрь. Ну, здесь тоже их видно, да? Что это значит? Ну, и тут что еще есть? У нас есть какое-то значение c, тот параметр, на который мы можем на самом деле ошибаться. Здесь c поменьше. Чем c меньше, тем меньше у нас требований к нашему классификатору, к тому, что он не может делать ошибки. Давайте посмотрим чуть-чуть на математику здесь. Тут вот смотрите, у нас есть какое-то маленькое число, ε. И, ну да, эпсилон. Эпсилон положительное. Мы можем сделать ошибки настолько чтобы вот эта вот сумма из всех эпсилонов, то есть, ну, тут скажем, маленьких ошибочек, с умножением на коэффициент c, все-таки стремилась к минимуму. При этом этот эпсилон, он больше нуля, но меньше единицы. Почему так? Потому что у нас все-таки остается ограничение на то, чтобы мы предсказывали корректно класс. Вот, как-то так. Соответственно, чем больше c здесь, этот параметр того, как мы регулируем наши штрафы, тем больше мы штрафуем наш классификатор. Вот. В эскалерне на самом деле этот параметр как бы инвертирован. То есть что я тут имею в виду? Там есть какой-то параметр альфа, который равен 1 поделить на c. То есть там немножечко обратная логика получается. То есть мы тут видим, чем больше c, тем больше мы штрафуем. А в эскалерне, когда мы будем сейчас использовать вот svm, нам нужно будет c наоборот. То есть мы делаем c меньше, соответственно, больше штрафуем нашу функцию. Мы это с вами увидим, как, как влияет. Ну и здесь подведен итог того, как у нас будет итоговая функция потерь выглядеть для SVM. -а. Давайте посмотрим, что тут есть. Тут на самом деле объединя... объединена вот так кусочно заданная, ладно, точнее, система из уравнений, заданная как бы несколькими несколькими равенствами или неравенствами. Вот, чему это тут Чему равноценно? Y умножить на y настоящий умножить на y предсказанный это будет какое-то число минус 1 или 1. Соответственно, что у нас тут получится? У нас тут получится какое-то число ну, минус 1 или 1, и тут будет у нас число либо а, ладно, 0, 0 или 1. Соответственно, тут в этом максимуме у нас получится либо нолик, либо единичка, либо что-то лежащее посередине. Что важно? Вот это вот число, на которое мы регуляризуем, мы потом увидим, да, умножаем на c, оно будет положительным строго, то есть больше нуля всегда, но при этом и меньше единицы. И также тут остается вот этот вот размер нашего вектора весов, который мы минимизируем в итоге. То есть мы как бы одной функции на самом деле объединили и ограничения, и функцию, которую мы должны минимизировать. Давайте, наконец, посмотрим, как это работает. У нас есть а, датасет ирисы или айрисы. Это цветки разных знаю, видов, как это назвать. И у этих цветков, чем они отличаются, разные разная длина наружной доли околоцветника около ширина и так далее вот у нас есть такие четыре измерения petal sepal и length width то есть длина ширина и соответственно есть несколько классов вот этих цветов а сейчас у нас будет стоять задача как раз таки по вот этим четырем измерениям по четырем фичам сделать предсказание, что перед нами цветок. Сейчас скажу, какой. Что перед нами версии color. Вот этот. То есть у нас будет бинарная классификация. То есть смотрите, да, как мы это сделаем. У нас есть на самом деле три класса. Как мы это перекодируем? У нас есть класс VersiColor, который мы хотим предсказать, и два остальных. То есть мы хотим научить наш классификатор отделять только один класс из трех. Давайте посмотрим на данные. Ну вот мы видим, что у нас есть четыре измерения. Это x мы вывели. Тут очень интересно посмотреть. Google Collab рисует рекомендуемые картинки, графики. Можно посмотреть тут. Надеюсь, не супер мелко. Давайте, например, на сепл, length и width. Видим, что длина распределена как-то ну, с такими некоторыми спайками и с просадками большими. Ширина похожа на нормальное распределение. Длина петала, не знаю, что это. Распределена в целом нормально, но при этом есть Давайте вот. Тут нормальное распределение, да. Но при этом есть еще вот это, какое-то количество измерений здесь. Возможно, это значит, что вот это для одного класса, вот это для другого. Я не знаю как. Если у нас, например, и тут, и тут наш класс целевой, ну, интересно, как с ним справится наша модель. С шириной Петла та же самая история. Теперь скатер плота. Ну, можно сказать, что, что это корреляция. Да? Можно найти какую-то зависимость. А, видно, что сепл, длина и ширина не сильно зависят друг от друга. Ну, тут какой-то просто везде разбросано, да? Нет никакой зависимости. А Сэпл, ширина и пэтл длина. Как-то тоже постеризуется но не совсем. Скорее всего, это из-за поведения нашего петала. То есть мы видели, да, что у петал length есть такой один большой спайк и нормальное распределение. Скорее всего, вот это вот спайк. А вот это нормальное распределение. Это сложно сказать. А, ладно. А, вот, кстати это длина и petal, ширина. Вот тут хорошая зависимость. То есть тут можно увидеть. Вот она прям линейная. То есть у нас прям тут явно видна корреляция. Сейчас уменьшу. Так, теперь что делаем? Перекодируем наш таргет переменную. то есть у нас есть тут три вида цветков, кодируем, что версия Color это один, и все остальное это нолик. А теперь оставим только два признака, а, sample, length и width. Поделим нашу выборку на train-тест, размер теста у нас 30%, и отмасштабируем наши признаки. Тут в целом нам все знакомо. Теперь посмотрим на картиночку. Что тут можно сказать? Кто мне подскажет? Можно тут нарисовать одну линию, разделяющую одну линию, или все-таки не очень получится? Одной линии точно не получится. Mm -hmm. согласна с вами. Но тем не менее сегодня посмотрим только на, на своем семейном ядром. Давайте попробуем пофантазировать так в рамках, ну факультативно, так скажем. Что, ну вот, если бы тут был РБФ, ну, то есть мы присылали такие кругляшочки, да, то, возможно, у нас получилось выделить этот сегмент как бы отдельно. Получилось бы, наверное, выделить как-то еще вот так. Ну и желтый вот тут как-нибудь определился. Ну, то есть, даже подобными методами, у нас бы плохо получилось разделить нашу, ну, наши сегменты. Как с этим можно работать? Возможно, мы специфично выбрали фичи, Ну, то есть они на самом деле не супер хорошо предсказывают итоговый результат. Вот. Либо в целом, да, правда, может быть, у нас выборка неразделяема вот прям явными какими-то линиями. Вот, может, тут стоит использовать метод, с которым мы тоже с вами знакомы, метод ближайших соседей. Вот, то есть тут тоже как-то можно, да? Тогда вот так вот бы разделила и желтенькое. Ну, фиолетовое бы тоже так разделилось. Ну, и тут как-то поточнее границы получилось. Как-то вот так. Вот. В общем, полезно посмотреть на то, как у вас распределены таргеты, ваши фичи. Возможно, это поможет подобрать модель получше. Давайте сегодня с вами с линейным ядром. Что делаем? Импортируем к себе SVM а, функцию. SVC это C, значит, классификатор. А далее посмотрим с вами, что сегодня, логистическую регрессию и SVM классификацию с линейным ядром. Давайте, может, посмотрим, какие там еще есть ядра. Я, в принципе, показывала, просто посмотрим, как, как это настраивается. Вот, мы тут с вами видим, да, то, что мы с вами рассматривали. Ядро может быть линейным, полиномиальным, РБФ, сигмоидное, а при computed тут имеется в виду, что как будет бы сказать, мы можем сюда подгрузить какую-то свою функцию, то как мы преобразуем наши фичи. То есть понимаем, да, что здесь уже есть какие-то закодированные функции, так скажем, то, как мы считаем наши наши иксы, наши фичи мы можем также сами расширить это ядро самостоятельно. Теперь обучим нашу модель на логистической регрессии и на SVM. Посмотрим на результаты. Мы тут импортировали классификационный репорт из эскалерна. Мне он не очень нравится, но давайте посмотрим. В общем, как это интерпретировать? У нас есть нолики-единички. Нолики-единичка — это соответствует тому, что вот у нас есть нулевой класс, и класс сметка 1. Давайте сразу сюда посмотрим на суппорт. Суппорт это просто разбивка по количеству. То есть, что тут видно? Всего наблюдение 45, что у нас попало в тест, в нулевом классе 35, в первом классе сметка 1-10. То есть мы тут видим, да, на самом деле, что на самом деле выборка очень маленькая, всего лишь 45 наблюдений. Да и к тому же в нашей целевой переменной с меткой 1 всего лишь 10 наблюдений, это очень мало. Давайте, тем не менее, посмотрим. Смотрим. Precision, точность, 62%, recall, 80%, F-score, 70%. Это мы смотрим для логической регрессии. Давайте сразу сравним с так, с SVM. -ом. SVM что получилось? Precision Recall равны по 80%, и F1 Score тоже 80%. Почему так получается? Мы с вами помним, тоже с прошлого семинара и, и на лекцию вроде должно было быть. Как считается F1 Score? F1 Score это перемножение Precision Recall, ну, то есть сверху у нас получается 0, 0,64. умножить на 2. Ну, то есть там такая формула. А в знаменателе это precision плюс recall. Ладно, или наоборот. Давайте посмотрим. Ну да, два умножить на precision recall, делить на precision плюс recall. То есть чему это равноценно? Вот если у нас precision recall равны, мы можем это как бы представить в голове, да? То есть тут какой-то x. Чему это будет равноценно? 2 умножить на x в квадрате делить на 2x просто. Что из этого следует? Двоечку сокращаем. Остается x в квадрате делить на x. Это тоже сокращаем. Равно просто x. То есть, да, тут у нас так получается. Precision равно recall, значит, это равно и F1 score. Теперь давайте подумаем, почему а бы у нас была равна метрика accuracy в этом случае. То есть количество точных, верных ответов. Смотрите, у нас тут есть общее количество наблюдений и количество верных ответов. Один. То есть при пороге, допустим, самом максимальном, или, давайте, самом, самом минимальном, при нолике, мы сделали все предсказания 1. Э, тогда бы что у нас получилось? Мы бы сделали 45 предсказаний с меткой 1. Тогда бы наш экерос был равен чему? 10 делить на 45. Это 22%, да? Что при этом произошло? Ну, то есть это максимум, который можно добиться на самом деле. Что при этом произошло? Мы сделали, получается, примерно 80% некорректных предсказаний. То есть наша модель работает плохо. Тем не менее, это максимум по метрике accuracy, который можем добиться. Что из этого следует? Метрика accuracy — это не то, на что нужно смотреть, когда мы делаем классификацию. То есть... Лучше всего использовать Precision, Recall и смотреть на их баланс. То есть мы с вами сегодня тоже к этому придем, а к тому, чтобы считать рокаук, например, метрику. Рокаук это метрика, которая зависит как раз вот от, от порога. Ну, ладно, на самом деле она помогает просто говорить порог. А, и комбинирует себе и Precision, и Recall, то есть долю верных и неверных ответов то есть видим, да, что именно здесь классы не сбалансированы, получается, метрика accuracy тут не подходит. Давайте теперь посмотрим на решающие поверхности. Тут у нас на трейне. А для логистической регрессии. Кажется, у нас было либо мало наблюдений, но, в общем, не идеально построилась разделяющая поверхность тут, наверное, было бы как-то по... получше вот, вот, так сделать. Да? А на своими как получилось? На своими как будто бы хуже. Давайте вернемся к нашему репорту. А, это, кстати, на трене. Вернемся к репорту. F1 score. 0,7 в логистической регрессии. В SVM 08. То есть, как будто бы лучше. Давайте посмотрим, что у нас на тесте. На тесте, какая получилась выборка? Она чуть-чуть отличается от трейна. То есть видно, да, что тут. У нас есть вот эта вот область, где у нас очень сильно пересекаются классы ну, треугольничков и квадратиков, да. Это очень заметно. То есть, тут вот буквально на одном и том же месте. Ладно, не очень удачный цвет. Вот, то есть тут даже видно, да? На одном и том же месте у нас треугольничек и квадратик. То есть очень сильно пересекаются выборки. Именно вот в этой вот серединке. На тесте выборка меньше. И видно, что она уже не настолько сильно пересекается. То есть, ну, ну вот, ладно. Тут есть единичные случаи. это, я бы сказала, выброс, потому что квадратик очень далеко. Если мы посмотрим на тест, то ну, очень хорошо работает модель. Действительно, что тут видно? Всего лишь тут 2, тут сколько? 2, 5. Давайте наши целевой переменный Наша целевая переменная — это треугольнички. Всего лишь два треугольничка нет некорректный класс. Ну, хорошо. SVM сработал ровно так же. При этом в чем тут разница? разница как раз-таки в ложноположительных ответах. Да, ложноположительные. Ложноположительные. Я сейчас фиолетом нарисую. Это вот эти квадратики. Вот этот. И вот этот квадратик. А false positive. А здесь вы своими false positive. Только вот этот один квадратик. Ну и тут, возможно, кто-то из них попал тоже в класс номер один. То есть что тут можно увидеть? На самом деле Эйкерусе одинаковый получился, да? И в логистической и в Но при этом все таки SM сработал получше, За счет чего? За счет того, что у него поменьше ошибка именно false позитив формата. Вот. То есть что это значит? Recall там повыше должен быть. Пресижен, точнее. Вот, как-то так. И это все отражалось в метрике F1. F1 скорее. Теперь как раз перешли к вот этой вот метрике, параметры регуляризации C, которую мы с вами смотрели. То, насколько сильно мы штрафуем нашу модель за некорректно предсказанный класс. Давайте посмотрим, попробуем поштрафовать логистическую регрессию. Давайте еще раз напомню. Чем больше C, вот в нашем случае, тем меньше мы штрафуем за ошибки. Чем оно меньше, тем больше штрафуем. Давайте тут посмотрим, что получилось. В логистической регрессии то, где мы получается мало штрафовали. Линия получилась ровно такая же, как у нас до этого без штрафов совсем. А когда мы чуть-чуть поштрафовали, линия, ну, совсем чуть-чуть изменилась. При этом визуально кажется, что метрики стали похуже. Давайте как минимум майкросе, ну, пересыж, наверное, стал хуже, соответственно. Почему я так думаю? Потому что есть вот эти вот значения целевой переменной, которые были предсказаны некорректно. Что это значит? Это значит, что у нас и пресижен, и рекол упали. Ну, полнота и точность. Когда мы стали совсем сильно штрафовать нашу модель, мы стали вообще всегда предсказывать отрицательный класс. Вот, То есть тоже нужно корректно, аккуратно подбирать этот гиперпараметр. Давайте посмотрим, как это сработает на SVM. На своими аналогичная ситуация получилась когда мы штрафовали недостаточно сильно. Получилась линия примерно такая же, как и до этого. Когда мы сделали штраф один, линия, ну, я бы тоже сказала, практически не изменилась. То есть SVM, как все тут показывает, это уже достаточно заблокированный метод получается. То есть мы уже оптимально подобрали какую-то разделяющую плоскость. И даже если мы ее штрафуем, она подходит под эти, скажем, ограничения. Когда мы штрафуем сильнее, результат тоже аналогичный с логистической регрессией. То есть тоже модели скорее выгодно предсказать все классы с нулем, чем предсказать false positive результата. Лучше сделать ошибки формата... False Negative. Ну, false Negative это имеется в виду вот этот в этой стороне. Если бы у нас квадратик вот тут оказался... Смотрите. А false Negative это тут. False Positive это здесь. Вот. То есть мы, получается, уменьшаем гиперпараметр c. Наша модель больше склонна сделать ошибок формата false Negative мы модель не ограничиваем. Она, получается, ну просто делит как-то. Мы модель ограничиваем чуть-чуть. Она больше становится склонна к тому, чтобы делать меньше false positive, больше false negative ошибок. То, как в зависимости от C у нас меняется также наши метрики, Precision, Recall, F-Score, Uh, тоже будет очень хорошо видно на репортах, когда вы будете подбирать какие параметры. Так что вот, внимательно обращайте внимание. Так, давайте это пропустим. Лучше перейдем к рокауку. Uh, да, тут мы что разбирать? У нас есть некоторые метрики классификации. Мы уже с вами знаем про Acuracy, Precision, Recall, F1 Score. Сегодня посмотрим на PR Recall Curve. Что это значит? Это значит Precision Recall. И Rock Oak. Поэтому тут сильно не буду останавливаться. Лучше перейдем к, к практике. Давайте сначала, сначала про Precision Recall Curve. Тут вроде про нее нет ничего, Давайте посмотрим как. Смотрите, мы с вами уже либо на прошлом, либо на позапрошлом семинаре смотрели на такой график. Там была картинка такая. У нас был график, где у нас одна метрика росла, другая падала. Одна из них это была... По-моему, вот это... Преси... Нет, это было Recall. Это было Precision. Очень понятно. И мы с вами увидели, что они такие разнонаправленные метрики. Ну, то есть растет одна, другая падает. То есть мы чем-то жертвуем, либо точностью, либо полнотой предсказаний, в зависимости от выбранного порога. И, соответственно, чтобы как-то оптимально подобрать и не искать какую-то точку перегиба, например, если мы хотим равнозначно как-то их взвесить, можно рисовать вот такой вот такой графчик в зависимости precision от рекола. Как это выглядит? Ну вот тут прям сразу заметно. Precision у нас падает, снижается, да? Рекол, наоборот, растет по оси X. зачем нам может быть нужна такая нужен такой график давайте посмотрим тут на примере вот у нас есть какая-то модель которая делает предсказания и вот тут как раз когда модель можно назвать хорошей когда линия вот оранжевенькая да она выше той которую я нарисовала она вот идет так по диагонали. Ровно. С уклоном минус один. Почему это хорошо? Ну, когда она такая выгнутая, как бы. Потому что все-таки модель может разделять, находить какие-то классы. Она идет всегда вот отсюда вот из точки 0.1, это кривая. И, тем не менее, с ростом рекола Precision падает не супер быстро. При этом у нас тут есть такая линия, модель, тут она названа no skill, то есть у нее нет никакой разделяющей поверхности. Что это означает? Precision всегда равен 0. Precision равен нулю, это значит, что модель не может вообще предсказать наш класс целевой. Вот, как-то так. На самом деле, на, такой, на такую картиночку редко смотрят. Ее просто полезно знать, что такая бывает. Она скорее нам нужна для того, чтобы посмотреть на то, что у нас, например, сбалансирован датасет, что у нас сбалансированы эти метрики, и потом подобрать как-то здесь, может быть, оптимум. Теперь давайте перейдем к RockCurve. Тут, как можно заметить, примерно что-то похоже по своему поведению, да, тоже какая-то выгнутая линия, но тут мы смотрим немного на другое. Тут у нас по вертикали, горизонтали расположены уже не Precision Recall, не наши базовые метрики, а мы тут уже смотрим на так называемые TPR и FPR, то есть True Positive Rate, False Positive Rate. Как они считаются? А True Positive Rate это доля, ну, rate, да, значит доля какая-то, Uh, доля верно предсказанных ответов среди всех позитивных вариантов. Uh, верно предсказанных — это имеется в виду, когда у нас класс с лейблом единичка. False positive — это когда мы делаем ошибку. То есть что тут имеется в виду? Позитив здесь и позитив здесь означает, что у нас в знаменателе Одно и то же число, одно и то же количество, количество положительных наблюдений в Y. Ну, Y — это то, то, что нам подается в, на вход модели, когда мы ее учим. True positive — соответственно, верно сделанное предсказание, позитивное false positive — неверно сделанное позитивное предсказание. А что тут еще важно отметить? Тоже часто спрашивают. У нас здесь размерность нашего графика. Один на один, то есть это такой квадратик. Да? Это важно запомнить. У нас есть rate, то есть доля какая-то. Доля – это значит, что это какое-то число от нуля до единицы. Да? То есть у нас квадратик такой. Теперь, как понять, что, нас, что наш классификатор хороший? У нас тут тоже есть вот такая вот линия, которая идет просто по диагонали. Из точки 0,0 в точку 1,1. 1. Если наш классификатор идет вот здесь, просто так по диагонали. Это значит, что это какой-то рандом. Что тут имеется в виду? Почему именно так? Что значит рандом вообще? Вот представьте, у нас есть монетка, которую мы подкидываем, да? И у нее ну, вероятность выпадения орла 50%, решки тоже 50%. Ну и как бы в бинарной классификации у нас тоже есть два класса, да? 0 и 1, орел и решка. Так вот, вместо того, чтобы как-то действительно обучиться мы просто в, в, в вероятности 50% предсказываем позитивный класс, 50% негативный. Ну и получается, как можно смотреть на этот график? Мы всегда сравниваем нашу модель с каким-то рандомным классификатором, который в 50% случаев предсказывает позитивный исход. Вот, как то так. И для вот этого рандомного классификатора uh, Rock Curve будет выглядеть вот таким образом. Теперь есть вторая, такая, пограни... второй пограничный случай. Идеальный классификатор. Что это значит? Что мы можем подобрать такой порог, чтобы у нас сразу же true positive rate был равен 100%. Почему это равноценно? Вот помните, мы с вами смотрели, давайте вернусь тут на картинку, вот этот пример. То есть тут явно видно, можно рисовать такую линию, чтобы фрейд был равен 100%. То есть все классы расположены с правильной стороны. Вот. Ну и, perfect PerfectClassifier — это вот как раз такой случай, вот как на той картинке получается. Теперь давайте более реалистично. У нас будет какая-то вот такая выгнутая кривая. Ну и, получается, она будет лежать где-то вот в промежутке в этом от рандомного классификатора в хорошем случае до вот этой вот линии, которая вот тут расположена. Ну и что это значит? Чем ближе к углу 0,1, тем лучше наш, наш классификатор. Как-то можно посчитать математически. Смотрите, мы можем посчитать площадь под кривой. Да? Ну и, соответственно, какая наша цель? Чтобы площадь стремилась к единичке. Единичка это вот, потому что у нас такая размерность графика. Ну, 0,1, 0,1, да. У идеального классификатора вот это площадь равна 1. У рандомного площадь равна сколько? 1, 2. И мы плавно подошли к метрике рокаук. Как это расшифровывается? Рок ⁇ это вот название этой кривой. АУК это area under curve. Что это значит? Площадь под кривой. То есть у нас есть метрика рок-АУК. Площадь под кривой рок, дословно. Эта метрика будет в идеальном случае тоже, когда у вас хороший классификатор, лежать от 0,5 до единички. Чем ближе к единичке, соответственно, тем лучше. Теперь давайте перейдем уже. Осталось пять минуток, я думаю, успеем. Перейдем к тому, как же это посчитать. Так, ну вот тоже такой пример. Вот у нас есть то, как считается true positive rate, как считается false positive rate. Теперь, как посчитать рог кривую? На самом деле, вот мы с вами видели идеальный пример. Да? То есть она такая выгнутая, прямая, выгнутая, кривая, на ней не видно никаких точечек. На самом деле, тут есть очень-очень мелкие точечки, которые соответствуют порогам. Порог — это вот как раз маржин, отступ, к мы отсекаем класс в, в, в ту или иную сторону. То есть, что тут имеется в виду? Вот у нас есть настоящие лейблы у, положительные единички или отрицательные. И предсказанные. Предсказанные это на самом деле вероятность. Мы, мы с вами уже смотрели, да? Что это число какое-то от нуля до единицы. Они как-то расположены. Давайте их для начала отсортируем эти вероятности от большего к меньшему. И теперь, какие будут наши действия? на самом деле здесь у нас есть, получается, отрицательных классов. Два наблюдения. А положительных сколько? Раз, два, четыре. Да? Ну и предсказание, соответственно, у нас есть шесть штук. А далее. Мы с вами будем подбирать какие-то пороги, порог — это, например, вот мы поставим 0,8, будем говорить. Если число больше 0,8, то класс — единица. Если меньше, класс — минус единица. Или мы с вами скажем, ну, давайте поставим порог 0,4. Все, что выше — это положительное. Все, что ниже — это отрицательное. Вот как-то так попробуем сделать. И дальше. Мы будем вот так вот передвигать наш порог между нашими значениями и считать значения метрики false positive rate, true positive rate и ставить точечки. Давайте попробуем на одном примере. Давайте прям по формуле. Да, не очень удобно. Давайте запомним отрицательных две штуки, положительных четыре. И мы ставим порог 0,9. То есть все наши значения предсказываются как получается положительные. Да. Или наоборот отрицательные. Ладно, давайте отрицательные. Тогда true positive 0. Здесь ноль, false negative. По-моему, четыре. А почему так? Почему четыре? Потому что у нас есть на самом деле положительные значения. Вот один, 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 четыре штуки. И мы для всех них предсказали отрицательное значение. То есть, на самом деле, это false, негатив. Вот, некорректно предсказанное значение. Теперь false positive. Uh, false positive 0, потому что у нас вообще нет позитивных наблюдений. False positive 0. И true negative получается 2. Давайте посмотрим на картиночку. так. Да, то есть мы видим, при пороге, которая отсекает все-все-все значения, у нас true positive, false positive равно нулю. Вот с этой точки мы стартуем. Теперь мы там можем выбирать какие-то точки, какие-то пороги. И, соответственно, посчитать наш true poestifrade, false poestifrade, он будет отличаться каким-то образом. Тут такое ощущение, что что-то не так. Да, вот, так, так корректнее. То есть смотрите, давайте попробуем тут найти какой-то порог и потом попробовать самостоятельно его посчитать. Смотрите, тут есть некоторый перегиб да, в точке 0.5. Давайте попробуем в этой точке посчитать самостоятельно значение true positive rate и false positive rate. То есть что мы тут видим? У нас есть uh, true positive, да, вроде бы 0.5, и FPR, ну, где-то 0,25. Давайте так попробуем. Вот, то есть у нас будет какой-то порог вот здесь. Сколько у нас будет true позитивов? Это будет только вот это значение. Один. True негативов так негативов ноль фолс а, позитив так позитив два два фолс позитив и теперь фолс негатив три теперь Смотрим на вот эти вот формулы и подставляем наши значения. А ТПР, чему будет равно? Один делить на четыре. Здесь. Так, два делить на один. Интересно. Ну да, мы с вами нашли тот порог, который был бы вот где-то тут. Вот здесь. Так, давайте вернемся. Давайте это верну. А, смотрите, вопрос. Очень важно. Понятно ли, как я разбила а, наши значения здесь? Как я посчитала true positive, true negative, false positive, false negative значения, зная вот эти два списка. Вопросы, может, есть? Ну, ладно. Если что, у вас всегда будет запись, это посмотреть, разобраться. Если что, есть много дополнительных материалов. Или задавайте вне семинаров вопросы. Я всегда к ним открыта. Вроде бы понятно, но я все таки уточню. Получается, вот мы поставили черту, ну, там, первых три элемента, получается, в... К положительному классу отнесли, а последние три к отрицательному. Угу, да, все так. Супер. Хорошо. Все, вопросов тогда нет. Ну, отлично. Да, ну, естественно, вот мы разнесли, получается, по этой черте вот наши классы. И, ну, скажем, логически, просто зная определение вот этой матрицы ошибок, мы посчитали количество наблюдений, которые попали ну, там, в тот или иной класс. Потом просто по формуле. Вот по вот такой. И расположили так точечки. И давайте еще раз скажу про тоже важный момент. Это мы посчитали только для одного порога, где-то между 0,2 и 0,5. Так нужно сделать для каждого порога. Как мы находим пороги, давайте это мы берем, например, вот здесь первый порог. Считаем эти все значения. Берем вот здесь второй порог. Опять считаем все эти значения. И таким образом у нас получается какой-то набор точек. То есть тут у ну, нас сколько получится? Раз, два, три, четыре, пять, ну и шесть. Давайте вот тут. То есть у нас получается всего лишь шесть точек. При этом не всегда у нас меняется true positive, false positive rate. Почему так? То есть тоже мы с вами видели это, да? Вот от, от вот этих двух порогов. У нас значения как бы как были, например, отрицательными, так они остались отрицательными. Настоящие. Настоящие положительные остались. Вот, и мы с вами как раз такое же поведение тут видим. На самом деле тут. Ну сколько? Один порог всего лишь. Вот. Да, и еще момент. Что такое рокаук? здесь. Это вот эта вот площадь под кривой. В нашем случае, давайте попробуем посчитать, это вот здесь 0,5. Вот здесь 0,25. Ну и, соответственно, вся площадь равна 1 восьмой. Ну, то есть классификатор какой-то не очень. Но я думаю, что в нашем случае просто были классы не очень хорошие. Хорошо расположены. А, вот это все. Я думаю, что еще, наверное, будем возвращаться к этой теме, к рокауку. Будем много про это говорить. Может, еще на подготовке к контрольной будем тоже это все повторять, читать руками. Вот. Но, если что, Полезно разобраться тоже самим а, заранее, как это считается. Попробовать посчитать самостоятельно. У меня все. Вопросы? Все понятно. У меня нет вопросов. Спасибо да, большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо, коллеги. До свидания. Хорошего дня. Да. Спасибо и вам тоже.